живите и процветайте. Тема сегодняшнего выпуска. Чем заняться дома? Неважно, вы на карантине, вы на выходном, или у вас непредвиденные большие каникулы, или что бы это ни было, мои советы в общем и целом подойдут всем возрастным группам. Ну, по большей степени, да, всем. То есть, грубо говоря, людям в сознательном возрасте. Назовем это так. Потому что они универсальны. Я начну с вышивки. Это тот вариант, который в последнее время меня очень сильно воодушевляет. И, скажем так, тот вид деятельности, которым хочется заниматься еще и еще, в отличие от каких-то других вариантов, да, вот почему очень терапевтически получается, когда вы занимаетесь каким-то хобби, вы вживую видите результат, вы видите сразу, что вот ты сделал стежок со стежком, и у тебя получилось уже полотно, а еще пару красок добавил, и уже целая картина. Это просто великолепно, но это чисто мои ощущения. А, собственно говоря, я о других людях особо сильно и говорить не могу. А вот, это вот моя последняя работа, над которой я тружусь. Вот, то есть, ну, она не законченная. Те, над которыми я до этого работала, я отдельно снимала. Я заканчивала красно-белую, такую очень интересную. Значит, сейчас я выключу плиту и скажу плюсы и минусы вышивки. Вышивка как таковой я начала заниматься достаточно давно, это уже, наверное, больше 10 лет назад получается. Ну, отчетливо так я помню 2009-2011 год, когда я, да и в 2015, наверное, тоже делала какие-то работы, которые дарила бабушке, друзьям. Плюсы и минусы, да, то есть, ну, у меня есть моменты, на которые я могу опираться, чтобы вам что-то рассказать. Плюс в том, что вы получаете фактически готовое изделие, которое, ну, грубо говоря, осталось вставить в рамку, ну, постирать, вставить в рамку, и можно подарить кому-то. Это очень сильно успокаивает нервы, если вас что-то беспокоит, вы отвлекаетесь, потому что вам нужно считать каждую клеточку, какое количество вы сделали, нужно быть аккуратным в стежках, которые вы делаете, то есть они должны быть направлены в одну сторону, я это объясняла в своем видео. Вот, вы сосредоточены на подборе ниток, то есть мысли, которые в голове, они у вас улетучиваются. Это медитативный процесс, который требует большого количества времени. И, собственно говоря, вот этот вот временной промежуток, временной портал, он, ну, для меня является таким большущим минусом, потому что тогда, когда вы увидите результат, это пройдет очень много времени до того момента, пока вы его увидите, если вы тем более делаете большую работу. Хотя я знаю, у меня есть подружка, которая вышивает крайне быстро, но у человека рука наметана, то есть, я не знаю, когда ты работаешь одной и той же иглой, работаешь не один месяц подряд, да, и у тебя уже отточенное движение, и когда ты выбираешь какие-то не мелкодисперсные рисунки, да, а там, где полотно, там, грубо говоря, там 10 на 10 сантиметров, тебе нужно вышить одним цветом. Вот тогда, да, действительно, работа улучшается, ускоряется, скажем так. Плюс и как бы минус тоже одновременно. Это количество ниток, которые вы будете покупать. То есть вы можете, как и я, взять питерские мулине. Они раньше продавались в больших моточках по 20 метров. Сейчас они продаются по 10 метров. Но, тем не менее, они все равно на данный период времени остаются самыми дешевыми из вариантов мулине, которые продаются, ну, как минимум у нас в Минске, я думаю, такая же ситуация и в других странах в том числе. Следующий порядок цен – это будет гамма, и потом уже пошли ДМС, Германия и так далее. Так вот, если вы делаете работу из нескольких цветов, там, предположим, 10 цветов, да,
то у вас, если вы взяли недорогие нитки, понятно, работа выйдет недорогая. Если вы взяли нитки дороже, то если Питер делает 10 метров, все остальные производители делают по 8 метров, это раз. И второй момент, за счет вот этой вот разбежки в цене, если вы еще возьмете большую канву, вам придется докупать цвета, это однозначно, это уже проверено. Вот, и можно на этом попасть в том плане, что, например, цвет, который был, не выпускают, или... вы взяли чуть больше ниток, чем нужно, и за счет этого вы увеличили свой расход. То есть с этим, конечно, нужно играться. Вот. Но по факту, опять же, я не уверена, что если вы вот всерьез задумаетесь об этом виде рукоделия, вы будете вышивать всегда в одних и тех же цветах. У меня, при всем при том, что я делала несколько работ в разных оттенках, получается гамма коричневых, бордовых, синих, зеленых, это которая основа, грубо говоря, большинства вышивок, да, белые обязательно. И в итоге, так как у каждого идет градация цвета, я сейчас покажу, вот, то для того, чтобы были красивые плавные переходы, чтобы это выглядело все достойно и дорого. Вы же хотите потом еще эмоциональное удовольствие получать от той картинки, которую вы будете видеть, то вам нужно, чтобы было достаточное количество цветов смежных, которые в итоге, вот от чего я балдею, вот, видите, красный с вот этим вот более темным малиновым, оно такой очень плавный переход дает. И в итоге получается очень красиво. Вот, то есть все вот эти вот нюансы, если учесть, то в общем и целом хорошая качественная канва, хорошая иголка, чтобы вы себе там не кололи пальцы и так далее, то есть с нормальным ушком, чтобы вы зрение себе не садили, да, хорошие качественные нитки, в итоге это все вырастает в хорошую такую сумму. Вот, поэтому, ну, такой вот промежуточный вариант, вроде бы, меня он очень вдохновляет, но я работаю на том материале, который у меня за эти 10 лет собрался. То есть, если у меня там белый, например, закончится, мне только одну катушку нужно будет купить, и как бы все на этом. А если вы начинаете, то это нужно тоже учитывать. Вот. Ну и да, конечно, самый такой главный минус, который тоже можно выработать себе в плюс, это зрение. Вам нужно очень хорошее зрение для того, чтобы работать с вышивкой. Потому что если вы хотите качественную работу, то нужно, чтобы канва была максимально мелкая. И, соответственно, вот я, как человек с проблемным зрением, мне нужно брать больше диоптрии очков. Вот. А если освещение вот такое, как здесь, такое размытое, вот, то, конечно, нужно ставить дополнительный свет для того, чтобы увидеть, что ты делаешь, и делать дополнительные диоптрии очков. То есть, как бы это нагрузка на глаза. Но, с другой стороны, терапевтически это в то же время вы и делаете такую тренировку мелкой моторики и того же самого зрения, то есть фокусировка на предмете. То есть тут вот как бы такой вот пазл я вам собрала из плюсов-минусов. Я надеюсь, вы меня поняли, потому что я к этому видео текст не писала. Я надеюсь, я не сильно сумбурно вам все объясняла. Хорошо. Первый вид рукоделия есть. Второе, к чему я хотела перейти. А, я себе тут чисто накидала, чтобы галочки поставить, о чем я рассказала. Второе. Опять же, в зависимости от того, что вы захотите делать, это может быть как и супербюджетный вариант творчества, так и супердорогой. Объясняю. Мы переходим с вами к рисованию. Если минимально, можно взять, там, неважно, ежедневник, где вы взяли, или какую-то тетрадку, самую простую, самую дешевую. Или какой-то блокнот,
Вот у меня такого вот плана есть. На одной стороне у него просто белые листики, на другой клеточка. Вот. То есть можно взять, воспользоваться каким-то обычным, можно которые для рисования, можно сейчас очень модные стали скетчбуки, они супер дорогие, сразу предупреждаю, в сравнении с вот этими блокнотами, что я показала. Вот. И так далее, так далее, так далее. И, опять же, можно взять... Один единственный вариант, например, 4B карандаша. Я очень люблю толстые карандаши, которые жирные. 4B, 6B, 9B, но это лучше брать, когда вы там с растушевкой, например, работаете как-то так. То есть, например, пару карандашей и блокнот вам обойдутся гораздо дешевле, чем вышивка там, в 10-20 цветов. Да. Да, я считаю. Ну, да. Если тем более брать какие-нибудь там DMC, что-то такое. Вот. Карандашами можно и простыми рисовать. Простые карандаши вообще копеечные. Это в товарах для школьника. Они продаются HB, которые полумягкие. Это уже вполне сносный вариант. Просто смотреть, чтобы он был свежий, он тогда будет хорошо прочерчивать линию. И тогда любая бумага абсолютно, самый супер бюджетный вариант у вас получился в руках. Следующий этап этого варианта. Вы взяли карандаши цветные, или вы взяли набор. Ну, я вот на него делала обзор и выкраску, да. Или вы взяли набор, или следующее уже за карандашами. Вы решили испробовать себя в маркерах, или в красках, или тем более в красках масляных и в тюбиках, то есть экстра-класс, понимаете? То есть цена на рисование... Она прямо пропорциональна вашему запросу того, что вы хотите делать. Просто как таковое отвлечь себя, сойдет любая ручка, карандаш и любая бумага. С переходом на более профессиональный уровень, если вас это прям вот захватит, то готовьтесь к большим тратам, потому что серьезно. И маркеры, я не знаю... Я, наверное, самые простые, вот, которые видела, крутые такие вот, из крутого сегмента простые маркеры, там, ну, 5 рублей где-то получается, то есть это старыми, там, 2,5 где-то доллара, да, выходило, вот, сколько сейчас это все будет стоить, неизвестно, то есть вы этим можете градировать, как хотите, вот, и опять же, касаемо акварели, например, да, то есть, что касается красок, мы можем рисовать гуашью, мы можем рисовать пастелью, акварелью, мелками. Материалов сейчас очень много, их просто невероятное количество ингредиентов, которые для рисования предназначены. И с каждым уровнем они все дороже и дороже получаются. Потому что та же самая акварель, например, можно взять обычную медовую акварель, если вы как начинающий художник, как и я, собственно говоря, да, вам этого на первое время хватит за глаза. Акварель, которая художественная, которая студенческая, она уже порядком дороже, причем в такие хорошие разы. И если вы еще хотите взять хорошее количество цветов, то она еще дороже. А если вы сразу хотите перейти на профессиональную, причем пускай даже самую элементарную, там, белые ночи, да, то опять же она будет еще дороже стоить. Вот, и, конечно, в теперешнее время, когда у многих заработки упали или исчезли совсем, то об этом стоит тоже задумываться. Поэтому я вам сразу и ценовую составляющую хобби рассказываю в том числе. Хорошо. Следующим у меня идет квиллинг. Это то, что тоже связано с бумагой. Это не сильно распространенное явление как таковое. Я им занималась несколько лет назад. У меня сейчас даже нету образцов вам особо сильно показать. Ну, скажем так, в хаосе нашего ремонта, если вы мои влоги смотрите, то как бы не сильно этим займешься.
Вот, нужно разрезать на полоски бумагу, и потом она скручивается в рулики. Эти рулики складываются в определенные фигуры, они склеиваются между собой. В итоге получается орнамент, который вы можете там куда-то приклеить, например. Как-то так. Интересное, увлекательное занятие, но в сравнении с вышеперечисленными двумя, это очень трудоемкий процесс, он достаточно длителен, он требует большей усидчивости. И если вы это все делаете ручками, а вы это будете делать ручками, потому что это будет дешевле просто в капитальное количество раз, вот, то это очень длительный процесс. И если... Причем у меня такое ощущение, что он еще, ну, более трудоемкий, чем та же самая вышивка. В вышивке вы взяли нитку, иголку, канву и пошли, да, у вас вот рисунок перед глазами. Вот. А там нужно это все еще продумать, составить, еще цвета найти разные. А бумага цветная не всегда продается, а нужной плотности, ненужной плотности. А если она тонкая, то она нехорошо сгибается, она там провисает и так далее. И это недолговечное изделие получается. То есть вот эти вот все нюансы, в итоге вы упираетесь в то, что это получается реально дорого. И самый дорогой ресурс у нас все-таки это время, учитывая, что вы будете архи... много времени тратить на вот это вот все, компоновку, резку и все остальное, то, ну, такой вот экстравагантный вариант. Но я вот, мне пришло на ум, я решила, что все-таки тоже нужно о нем рассказать, раз я этим занималась. Великолепно. У меня четвертым пунктом стоит готовка. Значит, у меня к готовке есть тоже гаджет. Я этот гаджет, боже, я заказала его себе, ну, в общем, к дню рождения. А вот, он мне пришел в марте месяце, да-да-да. Вот, ну, когда там, конец февраля, да, 29 февраля я забирала, или как-то так. Вот такая вот лялечка. Тран-тан-тан. Это... Это, друзья мои, градусник. Давай, доставай. Хорошо, что я его заказала в колбе. Вот, потому что это универсальное хранение от всяких разных котиков. У меня их целых двое. Значит, там внутри уже сразу была батарейка. И сейчас мы заодно проверим, сколько... градусов. 24,9. Удивительно. Значит, это градусник с щупом. А как выключить? Вот. Это градусник с щупом, чтобы измерять температуру в емкостях, в том числе. Значит, имея что-то подобное, вы... Надо батарейку достать. Вы можете совершенно спокойно делать, знаете что? Меренги, а еще вот эти вот макарони, которые маленькие, вот эти вот печеньки. Вот, потому что там должна быть определенная температура, там, по-моему, сейчас вот, чтобы не соврать, 37,5, по-моему, там что-то такое. То есть нужно охлаждать до определенной температуры. Вот, а имея градусник, у вас это совершенно спокойно получится. Вот, ну и в принципе, все, что вам нужно для этого, это плита и там немножко муки. И ваши руки, собственно говоря. Вот, это вкусно, это питательно, это замечательно. Любые варианты можно сделать. И вот как один из вариантов, если вы вдруг не умеете готовить,
Такое, кажется, тоже случается. То как раз-таки вот это вот время можно использовать, пока вы сидите дома, для того, чтобы научиться всяких разных тьюториалов и по готовке. Даже вот я на своем канале вам выставляла различные варианты, которые быстрого приготовления, но своими руками, сами, ну вот как начинающий, сможет с этим разобраться совершенно спокойно, сделать себе что-то вкусненькое и достаточно быстро. Вот. И самый такой, ну, может быть, не глобальный с точки зрения этого видео, но один из очень хороших элементов, которые, если станет вашим хобби, то вы будете просто замечательными людьми и с подвешенным языком и всем остальным, и у вас будут постоянно какие-то новые впечатления, и вам это очень сильно будет помогать и в учебе в том числе. Это чтение. Это великолепный ресурс, который можно использовать как раз, когда у вас есть большое количество времени. Вы можете его потратить на себя, вы можете его потратить с большим-большим удовольствием. Вот, до обучения я в том числе взяла одну книжку. Это Даниэл Стил «Five Day in Paris». «Пять дней в Париже». Когда-то давным-давно покупала на английском языке небольшие романы. То есть, как один из вариантов, если вы когда-то давным-давно знали английский язык и хотите его вспомнить, и вам совершенно неохота брать учебники, садиться за грамматику, за словарь и все такое, и мунштровать себя какими-то вариантами приложений, которые предназначены для английского языка, как один из вариантов – это литература на языке носителя. Ну, не обязательно этот вариант, это просто я на полке увидела, подумала вам показать, что, ну, мне больше нравится в бумажном варианте книжки читать, поэтому замечательно, забрались ногами на диван, сели в уютный плед и погнали, и что-то новое интересное узнаете. У меня здесь на столе еще 5 книжек советского времени, замечательных, которые я посчитала, что как раз во время самоизоляции и как раз-таки, когда у нас свободного времени стало чуточку больше, было бы замечательно как раз вспомнить такие замечательные произведения, которые мне радуют душу и в формате книг, и в формате кинофильмов. Первым у меня будет Беляев «Человек-амфибия». По нему снят фильм. И в общем и целом я сегодня записала кавер. Там была песня «Эй, моряк». Если хотите, посмотрите обязательно. Мне очень понравилось. Я поняла, что я сегодня в голосе, и у меня такое очаровательное эхо в моей комнате сейчас. Вот. И я подумала, что нужно все это соединить. Старые книги хороши тем, что они какие-то такие, знаете, очень милые. Вот как-то я не знаю, как по-другому назвать. Ты окунаешься в мир истинного русского языка, и он такой, он очень вкусный. Сейчас пишут книжки, к сожалению, по-другому. Если вы не читали, это замечательный вариант, ну, в принципе, с которого тоже можно начать. Почему нет? Я для себя решила, что вообще искала другую книжку. Вот, и вот эти вот книжки, я подумала, что в ближайшее время я напомню себе, потому что читались они, ой, как много лет назад. Угадайте, кто? Записки о Шерлоке Холмсе. А у меня вообще очень старое издание, это еще книжка бабушки, Конан Дойль, прям вот такая погрызенная временем, 56-го года выпуска. То есть она пережила не одно поколение людей, вот. Но тем не менее она еще очень даже хорошо сохранившаяся.
У меня есть одна подружка, которая Шерлока Холмса и вообще, в принципе, Конан Дойля перечитала всего вдоль и поперек. И у нее до сих пор книги разных времен, те, которые выпускались в Советском Союзе, те, которые выпускались позже, и премиальные издания современные, которые уже другая совершенно бумага, другой формат и так далее. Вот, она как-то так коллекционирует его, что ли, но вот-вот, замечательный вариант. И вы знаете что, мне кажется, что как раз, ну вот те книжки, которые о которых я вам рассказываю, они, мне кажется, как раз такой вариант легкого времяпрепровождения, потому что они без каких-то там таких жестоких, серьезных заморочек, вот, и действительно, вот я вам сейчас рассказываю, там мне вызывает улыбку, я думаю, когда я буду перечитывать их, да, у меня опять будет вот такая вот теплота разливаться по всему телу, это великолепно. Я взяла еще одного Джека Лондона. У меня здесь маленькая хозяйка большого дома и сердца трех. Честно скажу, я не читала эти произведения. Вот. Просто стало интересно, что я обнаружила у нас такую книжку, которую я еще не читала. Вот. Так что тоже посмотрим. Потом поделюсь своим впечатлением. Вот, вот то, к чему я хотела приступить, то, что я искала на полках книжного шкафа своего «Алые паруса», «Ассоль», «История любви» и все такое, «Море», «Приключения», очень интересная вещь, рекомендую от всей души. И я ее искала, я хотела ее сейчас перечитать. Вот прямо перед видео целенаправленно, пока не нашла, не решилась снимать. Вот. Очень теплое произведение. По моим воспоминаниям. Будем читать. Ну, конечно, понятно, что в любой бочке меда всегда бывает ложка дегтя. Так что, посмотрим. Перечитаем, узнаем. Тоже понимаете, когда вы читали произведение, когда вам было там 16 лет, например, да, и когда вы читаете, когда вам 30-40 лет, то же самое произведение, вы же по-другому его осмысливаете, оно же совершенно по-другому вам ложится, и вы другие символы в нем видите, то есть как бы это совершенно другой такой калинкор и очень интересный. Вот, и я еще взяла для примера «Человек-невидимка». У меня вот в таком издании, вот, Уэллс, тоже, бедняга. Ну, прочитаем, хорошо. В принципе, если вам на работе дали выходные, то это не такой большой объем, как кажется. А, ну, конечно, это все я показала книжки, которые с собой приволокла. Конечно, если вы хотите что-то более серьезное, такое масштабное и так далее, я бы, наверное, тогда взяла и начала читать Толстого «Войну и мир», например. Или великолепное чувство слова у Буджолд. Я вообще, в принципе, как таковую обожаю фантастику. Вот. Из наших фантастов обязательно Рэй Брэдбери, просто вне всяких сомнений. Что-то более серьезное хотите, братья Стругацкие. Хотя у Брэдбери же тоже своя философия идет. Вот. Кто еще? А, ну вот я себе еще пометила Анджея Сапковского. Тоже это наше, это славянское, да, но он сам поляк. Вот. Самая такая его знаменитая книга стала, это «Ведьмак», вот, обязательно прочитайте ее, потому что по факту все, что было выпущено позже, даже под его руководством, та же самая игра и тот же самый сериал и так далее, это все не то. И, скажем мягко, в
в сериале, который последний сняли, они настолько все переврали, что мне прям вот даже обидно стало за Анджея, просто вот до глубины души, до слез, серьезно. Такое замечательное произведение, и так исказить, это, конечно, ну, могли только американцы постараться. Ну ладно. Я вам очень много дала информации, и для размышления, наверное, в том числе. Мне было очень приятно снимать это видео. Я надеюсь, вам было так же приятно и интересно смотреть и узнать что-то новое для себя. Я очень надеюсь, что вам это видео будет полезно, и вы воспользуетесь моими советами, хотя бы каким-то одним из них. Вот, и что-то для себя возьмете на заметку. То есть, ну, там, не знаю, самое простое, там, рисование, например. Или если рисования не хочется, то чтение. А читать, кстати, книжки-то можно любые. Это вот то, что я предпочитаю. Я люблю фантастику, да, как таковую. И вот какие-то такие более классические произведения, которые написаны хорошим языком. Вот. Пожалуйста, пользуйтесь. Подписывайтесь, ставьте лайки, предлагайте свои какие-то варианты, чтобы видео не получилось еще дольше, чем оно получилось. Поэтому я взяла только 5 вариантов из того огромного списка, который у меня в голове сложился. Вот. Благодарю вас за просмотр, друзья мои. Будьте здоровы, берегите себя, и мы с вами скоро увидимся. Пока!